Влад был прав. Альтернатив не бывает. Движешься по прямой. Это потом, когда задумаешься, что все могло бы пойти иначе, начинают мерещиться развилки, как подстриженное деревце бонсай или как пучок молнии. Если бы ты поступил по-другому, то сейчас это был бы не ты, а другой человек, и мучился бы другими вопросами. Веселье я начинаю. Я спущусь первым. Прикрой меня. Тревога! Они здесь! Вот. Доложите обстановку. Уже на Сакс. Макс, я иду внутрь. Черт. Воден в своем бункере, в задней части особняка. Это впереди. Увидимся там.
Мона, стой! Погоди! Такова любовь. Когда тебя спасают после крушения, вытаскивают из последних глубин отчаяния. Просила же сюда не ходить. Разбираться со здешним бардаком, включая тебя, моя забота. Брось оружие. Такова любовь. Когда тебе, несмотря на все преграды, возвращают надежду, свободу выбора, позволяют опустить оружие. Видишь? Я не могу. Макс, сукин ты сын. Такова любовь. Любовь зла. Надеялся, что вы сами друг друга застрелите. Ну ладно, сойдет и так. И снова я в исходной точке. Сдохни, наконец, не делай из меня идиота. Стой. Я виноват. Ну, хватит. Засевшая у меня в голове пуля сместилась на роковую долю миллиметра. Бомба сработала.